знаете, человек не всегда действует в соответствии с разумными какими-то, и чаще всего, можно даже сказать, что никогда не действует в соответствии с, исключительно с разумом. Есть у людей эмоции, в том числе и эмоции, вот, связанные с понятием там «родина», да, «моя страна», «мой народ». Вот эти эмоции, они, понимаете, не рациональны и логикой, и не объяснишь их. И ничем иным не объяснишь тоже. Умом их понимать бесполезно. Я тоже не Зигмунд Фрейд, я не пытался никогда себя анализировать, но так вышло, что я оказался во всем этом. И я считаю, что мой долг вот вести себя именно так. Раз никого другого нет, значит, это мой долг. Значит, никого нет, значит, ни у кого нет совести, значит, все остальные трусы, значит, только мы с Каспаровым не трусы. Пусть будет так. Мы должны подавать пример, мы должны выходить. Смотрите, вот